В поисках вдохновения творческие мамы с детьми облюбовали третью лагуну между Большим и Малым Утряшом. Жили в палатках. 17 октября в Анапе была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с неблагоприятными погодными условиями. Поступила информация о семьях, отдыхающих в лагуне. Налетевшая непогода застала их в горах. Все службы города были подняты, служба спасения, скорая помощь. Выдвинулась туда рейдовая группа в составе врача, представителей ОПДН, представителей опеки для того, чтобы эвакуировать эти семьи, значит, в детскую больницу. В течение практически всей ночи 17 по 18 октября в несколько этапов вывозили детей. Значит, было пятеро детей, двое двухлетних, восьмимесячный ребенок и два ребенка 4 и 5 лет. Значит, дети были с мамами, мамы отдыхали там, они не знали о том, что объявлена повышенная готовность, что есть штормовое предупреждение. Службы спасения подоспели как раз вовремя. В половине восьмого утра детей привезли в больницу, а в 9 утра полил сильный дождь. Дети поступили с первыми признаками простудных заболеваний. Они прошли лечение в детской городской больнице. Сейчас дети здоровы, выписаны и находятся дома. Мы, конечно, всегда готовы помочь, всегда поднимем все силы и средства для того, чтобы спасти вашего ребенка. Но будьте осторожны, смотрите, следите за погодными условиями, когда выезжаете куда-то за город. На этот раз, к счастью, никто не пострадал. Специалисты успели вовремя, предупредили беду. Хотя родителям следует быть внимательнее и не столь беспечно относиться к своим детям.